сегодня означается День усенародной памяти ахвяр Великой Айчынной войны. 22 червня 1941-го фашистские войски пересекли державную межу СССР и на долгие 1418 дён ее территория, у тым лику Беларусь, опынулась у центра боевых деяний. Каждый третий жыхар нашей страны не вернулся с кровопролитной войны. С нагоды Дня усенародной памяти ахвяр Великой Айчынной сегодня у Гомеле на площади працы каля вечного огню отбудется традиционный жалобный митинг «Реквием». Затем пройдет концертная программа и кинопрогляд военного фильма у кинотеатра имя Калинина. У вечера тематичное мероприемство запланировано у скверы имя Громыки. Сегодня в Клинцовском районе Брянской области открылся международный молодежный лагерь «Дружба-2017». Нагадаем, организатором минулого форума была Беларусь. Тогда славянская молодь встретилась у городском поселку Лоев. На этот же раз форум пройдет у Брянской области. Гомельщину представит делегация с 50 человек. Активисты БРСМ, переможцы спортивных, творческих конкурсов областного и республиканского узровня. Взлет пройдет с 22 по 24 червня. За гэты час паміж делегацыямі пройдуць спаборніцтвы па футболе, валейболе, творчыя конкурсы і шмат іншага. Гомель принял удельников конгрессного мероприемства «Биржи деловых контактов». Его главная мета – дать махчимость распрацовщикам науково-техничной продукции и инвесторам сустреться и наладить супрацовництво. Практика проведения таких сустреч иснуе с 2015 года. И каждое мероприемство – это еще один крок на шляху инновационного развития региона и коммерциализации науковых идей. Оценить распрацовки науковцев потенциальные инвесторы могли на свои вочи. До початку пленарного посяджения отбылась стендовая экспонатная выстава. Свои идеи тут представили распрацовщики Гомеля, Минска, Бреста, Могилева, Пинска, Витебска и інших городов Украины. У Гомельской области нема дефициту земельных участков для приватной забудовы. А зараз у регионе на больше 7 тысяч свободных участков претендуют прикладно 2 тысячи человек, которые имеют потребу в поляпшении жилевых умов. Как поведомил начальник землеупорядковальной службы Гомельского облвыканкама Александр Матарас, наибольшая колькость жадающих побудовать уластный дом у буйных городах. Отримать информацию про свободные земельные участки у каждом районе и областном центре вельми просто. Она представлена на сайте землеупорядковальной службы. У Гомельской области выявлено первое порушение на централизованном тестировании. За мобильного телефона у кишени за аудиторию выдалили девчину. Инцидент отбылся у Держуниверситета имя Франциска Скорины, где проходили выпробования по биологии. Как известно, в ходе централизованного тестирования користаться усими приладами связи категорично забороняется. Порушальники позбавляются возможности сдавать испыты у этом годе. У Гомельском районе отбылась церемония закрытия областного взлета юных выратовальников пожарных. Борьба за призовые места была напаленной. Межведомостный профильный лагерь по основах безопасности жизнедеятельности все лето у 19 раз собрал юных выратовальников пожарных из всей области. Им довелось прожить 9 дней, наполненных творчими, интеллектуальными и спортивными баталиями. У вынику с 10 команд переможцей стала сборная Гомельской школы номер 9. Она утримливает за собой звание лидера уже 5-й год запар. Напереди республиканский финал. Ён отбудется у верасні гэтага года у Национальном дитячем адукацыйна-аздараўленчым центре «Зубраня». Сегодня офицеры-выратовальники урочисто означают завершение учебы. На площади имени Ленина отбудется выпуск гомельского филиала Университета громадянской обороны МНС Беларуси. Каля 100 человек примут удел в святочном шесте. Так само в программе запланована выстава аварийно-выратовальной техники, уручение дипломов, музычные нумары и развитальный вальс. Представница нашего региона, переможца областного конкурса «Аутосеньярыта» Татьяна Стефаненко завоевала сребро республиканского конкурса «Аутоледи». Она працует у Гомельском автобусном парку номер 1. Стаж ее вождения 11 годов. Презентация авто, демонстрация правил дорожного руху, практичные навыки вождения. По сукупности творчих выпробований наша удельница, как самая креативная и артистичная, стала переможцей у номинации «Аутоледи творчесть». Зробить фотоздымок зараз не складая великой працы, але были часы, коли эту роскошу могли себе позволить только заможные гамельчане. Про фотомастаство пойдет размова у сегодняшнем выпуску интерактивной программы «Добрый вечер, Гомель». У студии сберутся супрацовники музею, коллекционеры, профессийные фотографы и дизайнеры. У прямом эфире будут створаться образы и отбудется импровизованный показ мод. Глядите «Добрый вечер, Гомель» сегодня у 20:40 на телеканале «Беларусь 4».